Что такое док-реалити? Док-реалити – тренд мирового телеэфира, современный синтез документального кино и классического реалити-шоу. Герои док-реалити – это наши соседи и коллеги, родственники и друзья. Они решают схожие с нашими проблемы, любят и ненавидят, радуются и расстраиваются, отчаиваются и, несмотря на трудности, двигаются дальше. Со временем персонажи становятся для зрителя родными. Именно поэтому у док-реалити сегодня высокие рейтинги. Количество серий док-реалити не ограничено, ведь мы снимаем саму жизнь. Зря ты пошла там по этому пути. Имидж. События сериала разворачиваются в условиях компании, в которой трудятся основные герои док-реалити. Постоянным фоном происходящего на экране становятся производственные процессы, цеха и офисы, пейзажи и атмосфера предприятия. Этот фон специально выбирается и корректируется съемочной группой. Сами герои на протяжении всего сериала пропагандируют предприятие, его идеологию, коммерческую и общественную миссию, услуги и товары. Важно поставить правильную цель и к ней стремиться. Если ты лентяй, то ты не приживешься на этом предприятии. Родители тоже работали на комбинате. То есть династии у нас достаточно. Как-то так вот получается, что вот мы все одна большая семья. Пропаганда. С помощью док-реалити можно поднять престиж нужной профессии или образа жизни. Месседж. Рекламодатель определяет суть послания, а мы транслируем зрителю месседж устами героев сериала. Правильно выстроенная сюжетная линия помогает зрителю прийти к выводам, выгодным рекламодателю. Это могут быть политические взгляды, пропаганда образа жизни, выбор нужной профессии. Больше всего в моей работе я люблю свою работу. Веселуха, движуха постоянная. Прибери, пожалуйста, чтобы не валялось. Узнавание бренда. Product placement. В центре внимания, конечно же, наши герои, а бренд ненавязчиво присутствует в их жизни. Ассоциация с главными персонажами сериала побуждает зрителя пользоваться теми же товарами и услугами. Размещение док-реалити. Компания Sky Video Pro предлагает размещение сериала на федеральных и региональных каналах, специально отобранных в географических или стратегических зонах, необходимых предприятию, в зависимости от интереса продвижения бизнеса или бренда в конкретном регионе или городе. Приехала сегодня утром, прилетела из Екатеринбурга. Завтра на малой арене Лужников Дима, сын, проводит 10-й кубок Ешанькина. Здравствуйте. Отец. Да. Чай пьем? Устал, смотри, уставший. Это такой праздник, которого все ждут. Это Лужников. Ну, нормально там. Показать? Получается все, да? Вот тут машина, и можно стоять, и можно пнуть, и танго, перегруженные сладко, что у нас будет завтра? Нечего волноваться, это Дима проводит, он, у него голова сейчас, я не знаю, забита, наверное, это все организовать. Вот там вес, сколько жира, сколько воды, сколько мышц организма. Состав тела. Семейный праздник, там будет участвовать Леша, младший сын Димы. Он прыгает на батуте, и вот два человека в мире, канадец один, и вот Леша, делают пятерное сальто, да? А Леша один в мире делает шестерное, представляете? Класс, ага. Ну вот. В тот раз тоже вся комната завалена. Как это все разобрать, как вручить? Я понимаю. Для Лацуцков олимпийский чемпион. Ну, он не смог. А, понял. Так, вы зашли уже, да, Марио? Сейчас я приду. Вот так все время будет, да? Да, да, в этом фишка, конечно. Такая подготовка, там же будет в районе 13 видов спорта. А тут у нас подарочки от S-Shaped. Ну, Димка, да, конечно. Че, как настроение? Великий организатор. Таких я не знаю. Каждый день, из него как вулкан, прет и прет, и прет, и прет. Смотрите, как подготовились ребята. Спасибо огромное. Спасибо большое. Там Юра занимается тяжелой атлетикой, ему сейчас 15 лет, он уже кандидат в мастера спорта. Он идет, кого-то идет. Саша Федоров.
участник мистера Олимпии, профессионал. Каждый раз как тебе. Самая большая рука. Посмотрите, рука, вот больше моей головы. Наташа, это младшая, как бы старшая дочь Димы. Я сейчас встречу. Как дела? Еще кого-то встречал? Не, я же здесь живу, и мне сейчас встреча здесь. Что завтра будет? Интересно? Завтра будет очень интересно. Я завтра выступлю. Ты опять в форме, что ли? Ну, какого чемпионата мира ты готовишься? В 19-м. Когда? Вот, в начале декабря. Сань, ну, скучно мне просто так в зале сидеть. Я тебя понимаю. Это будет такой праздник, что если, как бы, если придешь, не пожалеешь. Давай школьницы тогда, 5, 10, 15. Ну да. И вот так каждого. И вот так целый день. И вот так и неделю, и месяц. Батон. Как начали готовить. А, люблю тебя, пока. Извините. Васьковский, да, помогает. Оля, Димочка пришел. Мамочка, в халате. Хорошо. Да, кто же знал, что вы тут фотографировать придете? Шикарно выглядел. Прекрасно. Я думаю, ну как тебе тут? Мне замечательно, я как в Турции. Александр Сергеевич Ешанькин, 67 лет этому спортсмену. Покажи банку. Да это же какой-то ужас, да это кошмар какой-то, что за человек? Я, Дима, Юра и Леша. Mm-hmm. Как бы дед, отец и внуки. Династия, да? Династия, да, тоже интересно. Заказали награды, медали, кубки и... Пытаюсь медали получить, которые заказали для наших судей и ассистентов. Это Вадим. Вадим делает нам сайт. Смотрю «Мстители». Время 12:15, только доехал до дома. Всех встретил, всем позвонил, все напечатал, все распечатал, подготовил, отправил. Ну дай бог, чтобы завтра все у нас получилось. Я в это верю. Ну а как? Мы ж готовились. Доброе утро. Я побрился, помылся. Доброе утро. Я не тебе готовлю. Это к нам приехал наш друг из Беларуси. У нас уже урок английского начался. Да. Как дела? Нормально. А тебе 15 лет? Я не понял, что это что-то старший. Я же видел такие мало, что зашел. Программу спать. Время 8 утра, выехал. Уже выехал. С того, что нам предстоит ответственное мероприятие в этом замечательном дворце спорта на малой спортивной арене в Лужниках состоится Ешанькин Спортс Фестиваль. Большой семейный праздник, спортивный фестиваль Ешанькина. Опыт, как говорится, есть, но каждый раз это очень волнует. Каждый раз переживаешь, получится, не получится. Ну, вроде бы пазл сложился. Здорово. Как сам? Порядок? Призы и подарки. А вы поможете там что-нибудь поставить нормальное по музыке? А то как это, в мире животных сейчас поставит музло, и вы все. Срочно что? Что делать? Призы таскать, столы таскать. Ну, пока никого нет. А когда они все будут? Ну, давай мы, чтобы нас строят. Так, это 5LB. Тачку? Так же, по коридору? Да.